день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать о гонадотропине и его применении на послекурсовой терапии. Насколько это оправдано, насколько это, соответственно, условно не вредно для вашего здоровья и какие самые главные побочные эффекты могут быть у гонадотропина. Также я озвучу базисные анализы, которые нужно сдавать при использовании гонадотропина. Ну что же, приступим. Итак, дорогие друзья, гонадотропин. Если очень просто объяснять механику его действия, он, соответственно, запускает работу лютеризирующего и фолликулостимулирующего гормона. Или, можно сказать по-другому, что он стимулирует гипофиз. Плюсы из этого, что ваши яички после, соответственно, гормонозаместительной терапии начнут работать сразу же в разы лучше. Активируются клетки Лендинга и активируется сперматогенез, что в целом, соответственно, очень замечательно сказывается на работе яичек. С другой стороны, гонадотропин в отсроченном действии угнетает работу гипофиза, так как это, по сути, гипофизарный экзогенный гормон. Поэтому, если вы используете гонадотропин, как это было модно и считалось эффективно перед выходом на курсе, когда еще вы там предполагалось, что там пропионат нужно где-то за неделю до отмены пропионата нужно проколоть гонадотропин. Кто-то за две. Можете ради интереса написать мне внизу комментарии, какие древние схемы гонадотропина вы знаете. Так вот, в любом случае, при любых обстоятельствах, при использовании гонадотропина, у вас начнет проседать ЛГ-ФСГ. Поэтому, видимо, интуитивно, все авторы после курсовых терапий рекомендуют чередовать гонадотропин с кламидом или кластилбегидом. В чем суть? Кластилбегид, вроде бы, с одной стороны, если мы откроем инструкцию, он является, ну, как вам сказать, таким антиэстрогеном. Но действует очень-очень по-другому, чем нежели все ингибиторы ароматазы, которые вы знаете. Ну, например, в чем суть? Прям, ребят, если честно, тяжело, я на вас отвлекаюсь, я вас слышу, да, и я все равно, как будто, ты мне хочешь что-то сказать, у меня вот такая подсознательная реакция. Все, понял, ну, ладно. Вот. А что ты передвинь, сделай, мы перерыв сделаем. Не-не-не, мы пирблок с таким сделаем. Так вот, дорогие друзья, действует он по-другому, нежели чем, соответственно, остальные ингибиторы ароматазы. То есть, соответственно, если вы пользуетесь кламидом или кластилбегидом, то сначала он повышает лютеризирующий фолликулостимулирующий гормон, но отсроченно даже накидывает вам ароматазы. Что нужно знать и периодически чередовать его с, соответственно, другими ингибиторами ароматаз. Как правило, у всех после использования кламида увеличивается количество эстрадиола. Далее, что у нас интересное сочетание с гонадотропином? Именно кламид, он убирает, нивелирует вот эти побочные действия, соответственно, которые для вас в отсроченном, которые для вас отсрочено, соответственно, создал гонадотропин. То есть гонадотропин отсроченно роняет ЛГ-ФСГ, кламин поднимает ЛГ-ФСГ. Ну и казалось бы, что в этом плохого, эту формулу можно оставлять. Плохого в том, что, во-первых, сам гонадотропин
угнетает гипотезу. Есть всегда риски получить атрофию турецкого седла, тут зависит все только от вашей генетической детерминированности. Далее, дорогие друзья, что в этом плохого? Еще один плохой фактор, что вы постоянно находитесь на качелях. Вы то прибавляете ЛГФСГ, то убавляете ЛГФСГ. И вообще непонятно, что вы хотите на этой курсовой терапии сделать. А ведь у послекурсовой терапии есть свои сроки, есть свои ограничения, которые, соответственно, вас ограничивают в плане подготовки к соревнованиям. Да? То есть вы на ПКТ, потом у вас запланированы соревнования, вам нужно успеть восстановиться за 3-4 месяца в среднем. Что делать? Отказаться от приема гонадотропина на послекурсовой терапии. Взамен гонадотропину можно использовать, внимание, разведенный бурсилин. Есть такой препарат. Да, он придуман для остановки гипофиза, но в разведенном виде. Соответственно, он очень благоприятно, а самое главное, стойко восстанавливает ЛГФСГ без угнетения гипофиза, без негативного влияния на яички. Результат стойкий, кломид можно на нем вообще не использовать в принципе. Или также чередовать с кломидом для достижения еще больших эффектов. Если вы хотите узнать про бурсилин, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, напишите комментарии «Хочу узнать про бурсилин». А с вами был Кравцев Сергей. И да пребудет с вами здоровье!